Всем привет! Приехал сейчас проверить пустоушки свои. Вчера поставил их на ночь. Давайте смотреть, что попалось. Здесь что-то попалось. Что-то тяну, непонятно только. А, вот видите, маленький налимчик попался. Завел в коряге. Я только не пойму, он живой или мертвый. По-моему, он уже мертвый. Видимо, запутался здесь. Живец ему дыхание перекрыл. Следующая. Тоже размотка на полную. Здесь что-то непонятное, что-то тяну, по-моему, небольшое. Да, вот тоже маленький налим. Такого я сейчас выпущу. Он тут не глубоко зацепился. Стой ты, подожди. Ну вот, отцепил, буду такого выпускать. Пойдемте следующую проверим. Здесь на полную. Что-то там даже тяжелое тянется. Размотало на полную. Здесь хороший налимчик уже. Такого можно взять. Ой, ты запутаешься. Живца, конечно, загубил. Такой вот небольшой налимчик. Но это уже разрешенный. Такого я возьму. Давайте дальше посмотрим. Надеюсь, дальше тоже что-то будет. Давайте здесь посмотрим. Тоже размотка на полную. Что-то есть. Мусор завело. Сейчас вот уже, по-моему, отцепилось. Я, наверное, оторвал. Сейчас увидим. Нет, маленький сидит налимчик. Запутал он в мусоре. Такого я выпущу, конечно, сейчас. Крючок вроде здесь недалеко. Отпущу его прям с живцом во рту. Здесь на полную размотано. Непонятно, что тяну. Или очень маленькое что-то. Ну да, маленький налимчик опять. Заглотил он глубоко живца, но крючок видно. Все, отцепил. Такого выпущу, пусть плывет. Вот. Здесь я поближе к другому берегу попробовал поставить. Здесь размотка на полную тоже. Надеюсь, что-нибудь попалось.
Да, что-то есть. Он тоже небольшой. Сейчас я его легко отцеплю тут. Около края крючок. Даже он не зацепился. На живце висел. Да стой ты, не могу даже взять. Скользкий, как змея. Пусть такой плывет. Здесь я, по-моему, гратана насадил. Размотано на полную, лишь бы не в коряге утянуло. О, что-то есть, тянется, но небольшое. Вот такой вот налимчик. Заглотил ротана. Значит, на ротана тоже ловится. Сейчас я такого выпущу. Мне он не нужен. Очень маленький. Ну вот, отцепил. Пусть растет. Так вот, следующее. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь я поближе к берегу поставил. Размотки вроде нет, хотя что-то попалось, что-то хорошее вроде, тяну хорошо, так сопротивляется. Да, налимчик хороший вот такой вот попался. Стой. За край губы зацепился, живца, по-моему, нет. Съел. Такого я тоже оставлю. Разрешенный налим. Крупнее все равно здесь не ловится. Здесь у меня следующее стоит. Полностью размотано, что-то есть, тянется, даже сопротивляется. Вот такая вот щучка маленькая, за край губы прям зацепилась. Подожди, сейчас отцеплю, тебя выпущу. Такую я выпускать буду. Слишком маленькая, вся в пиявках, вон видите, пиявки. Ладно, плыви. Сегодня как-то одна мелочь ловится. Вот у меня последняя вот эта поставушка. Надеюсь, здесь что-то покрупнее хоть попадется. Нет, здесь не размотано. Ничего, по-моему, нет. Да. Ну и так неплохо. Сколько у меня? Штучек 6 попалось. Я уже даже со счету сбился. Или 6, или 7 налимов попалось. Оставлю сейчас на ночь. Опять. Пусть стоят. Может, что-то покрупнее попадется. Потом приеду, проверю. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем пока.